Там прям такая гладкая, хорошая кожа. Да, гладкая, блин, это больно. Да, я вот тоже, я его купила, это было давно еще. Ну, года, блин, не знаю, лет, ну, уже, наверное, 5 назад, если не больше. Короче, я выбирала его хорошо. Керамические щипцы, которые имеются. Потом какие-то там скорости, фонарик. Вот. Блин, меня вот хватило буквально несколько раз. Но когда я еще увидела, что кожа на ногах после этого вся красная, просто не проходит, то это стало вообще последней каплей. Ну, просто это жутко.